Всем привет! Меня зовут Сергей Потанин, я основатель сети киберклубов United Gamers. Наш лозунг «От геймеров для геймеров». Пару слов о том, как мы пережили коронакризис. В целом, в коронакризис мы быстро адаптировались в пандемию, мы стали сдавать игровое оборудование в аренду. И за эту паузу, которую был кризис, мы более диджитализировали процессы. Затем, соответственно, когда уже кризис закончился, мы быстро начали масштабироваться и предложили максимально лояльные условия для новых партнеров в сети. Благодаря этому сеть смогла вырасти процентов на 20 за лето. Что происходит сейчас? Сейчас на рынке происходит такой, то есть, ну, я бы сказал, поиск дна, поиск такого, то есть, ну, модели как бы посткризисной. И когда мы уже найдем эту точку, от нее мы оттолкнемся и начнем рост. Сейчас у нас в сети 23 клуба, и мы продолжаем рост. В целом, вот что касается выручки, да, по киберклубу в целом, она, в принципе, ниже до пандемийных показателей процентов на 20-30, вот, если вот объективно сказать. Но вот в сентябре, с наступлением 1 сентября, где-то 5 сентября, мы почувствовали рост примерно около нескольких процентов в день. То есть от дня к дню мы вот растем, сейчас выручка растет. Самая первая цель – это вернуться на до кризисные показатели, ну и затем, то есть, достичь новых вершин. В целом выставка качественная, выставка хорошая, хотя и она, то есть, меньше по объему, но именно качество посетителей, то есть, здесь на хорошем уровне сохранилось, потому что нашим брендом активно интересуются, франшизы активно интересуются, люди подходят, общаются. С вами был Сергей Потанин, United Gamers, специально для ByBrand.